Всем привет, вы смотрите канал Данила Кулеша, ко мне ВКонтакте написали с вопросом, как же я делаю превьюшки к своим видео, которые вы видите сейчас у себя на экране. В этом видео уроке мы с вами поговорим, как же их сделать. Итак, поехали. Собственно, для этого видео нам понадобится всего лишь одна фотография, которую вы хотите сделать превью к вашему видео, и программа Adobe Photoshop. Переходим во вкладку «Файл», идем «Создать», и далее выставляем ширину и высоту 1920 на 1080, то есть это размеры Full HD видео, и разрешение ставим на 300. Далее можете нажать на паузу и переписать, собственно, все настройки. Нажимаем на клавишу «Ок», идем в папку, где хранится наша превьюшечка, и перетаскиваем ее непосредственно в сам Photoshop. Далее растягиваем фотографии по размерам нашего белого листа и нажимаем клавишу Enter. После чего ставим ее там, где нам, собственно, и нужно, и нажимаем на создать новый слой, иконка которого находится в правом нижнем углу. Вот здесь вот ее выбираем, создается новый слой. Далее мы с вами выбираем инструмент выделения, выделяем ту область, где мы хотим написать непосредственно наш текст, название видео, например. Вот, далее идем инструмент заливка, и здесь выбираем тот цвет, который мы хотим залить. Предлагаю выбирать немножко темнее, такой сероватый, чтобы текст у нас был лучше видно. Далее заливаем вот эту вот область и делаем ее непрозрачность на 20%. Далее идем на слой обои, идем в фильтр размытие по Гауссу. И здесь уже можете играться с размытием, радиусом размытия, и собственно вы видите, как применяется это все дело непосредственно к вот этой вот полосочки. Нажимаем ОК, и выделение автоматически снимается. Этот слой нужен, опять же повторюсь, для того, чтобы было лучше видно текст. Но мы можем сделать его обычным, просто белым, опять же выбрать инструмент заливка и залить, будет он выглядеть немножечко светлее. Далее давайте напишем какой-нибудь текст, например, Данила Кулеша. Собственно, название шрифта, который я использую во всех превью, я оставлю в описании под этим видео. И также вы сможете вбить этот шрифт в поисковик Google и скачать его на свой Windows. На Mac он есть по умолчанию. Ну вот, собственно, вот так вот это все дело выглядит. Если, опять же, есть какие-то вопросы по монтажу или, в общем, по созданию видео, пишите их в комментариях под этим видео. Обязательно ставьте лайки, это очень полезно. А на этом, собственно, все. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки под этим видео. Всем спасибо за просмотр, пока!